Думаю, я не знаю, как они хотели раздеться, до пояса, либо ниже пояса, но думаю, что это было бы отвратительное зрелище. В любом случае. Ну, если вспомнить Пушкина, я могу ошибиться там в словах, в деталях, но, по-моему, он сказал, что быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Поэтому я вот, безусловно, с этим согласен. В человеке должно быть все гармонично развито, и душа, и тело. Но для того, чтобы все было так гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем, от других вредных привычек, заняться физической культурой, спортом. Все коллеги, которых вы сказали, я их всех знаю лично. У нас не самый лучший период наших отношений, это понятно, но тем не менее они все люди, они лидеры, значит, есть характер, и если они захотят, они нужного успеха, безусловно, добьются. Но нужно работать над собой.